Здравствуйте, я Настрома 771. Сегодня я хотел бы выполнить краткий обзор нового бесплатного антивирусного решения Zone Alarm Free Antivirus Plus, версия 2017, по состоянию на 13 сентября 2016 года. Новая версия продукта. Обновлены уведомления, улучшена стабильность и производительность. Приступаю к установке дистрибутива. Можно выполнить быструю установку, либо пользовательский вариант. Лицензионное соглашение конечно пользователя. Директория установки. Далее предлагается выбрать режим работы, либо автообучение, либо максимальная защита с возможностью корректировки. По умолчанию включаем режим обучения. Начинается процесс загрузки компонентов антивирусного продукта. После загрузки начинается процедура инсталляции. Завершается инсталляция, начинается процедура конфигурирования компонентов. В завершении можно указать свой e-mail адрес. Открывается главное окно продукта Zone Alarm Free Antivirus Plus Firewall. При нажатии на чекпоинт мы переходим к информации о продукте на сайт производителя. Ниже имеется возможность выполнить сканирование, быстрое, просмотр деталей, полное сканирование и полное сканирование с учетом архивных файлов. Выполнить обновление. Антивирусные базы обновлены, продукт обновлен. Перейти к утилитам, ввод лицензионного ключа, синхронизация лицензии, включение и отключение игрового режима с выбором действия, перейти к расписанию и настроить процедуру быстрого сканирования полного, обновление антивирусных баз, обновление продукта. Выбор предпочтений, установка пароля, восстановление, сохранение настроек, загрузка продукта, прокси. Переход к просмотру логов. Диагностика. Помощь. Информация о программе. Версия 15.0.123.17.0.51. Версия драйверов. Версия антивирусного двигателя. Сигнатуры. Основные вопросы по работе с программой. Помощь. Информация о продукте. Помощь в режиме офлайн. Поиск. Контент. Индекс. Техническая поддержка. Компьютер находится под защитой, сообщает продукт. Можно перейти к странице продукта на Facebook, Twitter, выполнить обновление до категории Pro. Ниже располагаются основные блоки. Антивирусная зона, зона Firewall защиты, защита идентификационных данных. Каждый блок функционирует корректно, о чем сообщает соответствующая надпись. Можно перейти к просмотру деталей. Антивирусная защита, включение и отключение, результаты сканирований, защита режима реального времени, включение и отключение, настройка. Антивирусное сканирование. Когда выполнялось, когда запланировано следующее. Выполнить немедленно. Обновление. Когда выполнялось, дата следующего обновления. Выполнить обновление немедленно. Переход к настройке планировщика и к более детальным настройкам антивирусной защиты. Опции сканирования. Директории сканирования. Сканирование при доступе. Настройка исключений. Просмотр карантина, поведенческий анализатор, премиум защита, блок Firewall, включение-отключение, просмотр лога, просмотр сетевой зоны, настройки, а также переход к расширенным настройкам. Контроль приложений включен. Просмотр информации. Настройки. Расширенные настройки. Блок защиты конфиденциальных данных. Identity Protection. Настройка. Активация. Выполняется загрузка дополнительного программного обеспечения. Ошибка в процессе выполнения. Включение Identity Lock. Просмотр информации. Настройки. Выполнение онлайн-резервного копирования. 5 ГБ доступной области. Активация. Выполняется установка дополнительного компонента. Запускается элемент Zone Alarm Backup.
появляется соответствующий значок в панели задач, где можно выполнять функции сохранения. При нажатии правой кнопки мыши на значке продукта можно открыть главное окно, выполнить сканирование, обновление, включить игровой режим, остановить всю сетевую активность, приостановить фаервол на 5 минут, приостановить антивирусную защиту на 5 минут. Перейти к помощи, получить информацию о продукте, выйти. На этом обзор нового бесплатного антивирусного продукта Zone Alarm Free Antivirus Plus Firewall 2017 года завершен. С вами был Nostromo 771. Спасибо за внимание. До свидания.